Я хочу сказать, что этот тур, ну, наверное, можно охарактеризовать одним словом – это преодоление себя. То есть преодоление и познание себя. А все мероприятия, каждый день, они были невероятные. Вот Авачинский вулкан, да, то есть это ты понимаешь, чего ты стоишь, да, то есть ты видишь цель, ты делишь на этапы, и ты вот маленькими-маленькими шагами туда идешь. Ну, это вот такой жизненный урок. И остальные путешествия, они все очень яркие, они все запоминающиеся. Сюда очень хочется вернуться. И по эмоциям и впечатлениям, знаете, я активный пользователь Инстаграма, и по началу отдыха, да, то есть там первый день фото первого дня, да, второй день фото второго дня. Начиная с вулкана, ну, то есть у тебя не остается даже времени и желания, чтобы все вот это постить, потому что эмоций так много. Ты садишься, пересматриваешь фотографии и думаешь, боже, неужели я вот это все сделала, и я была там. И, в общем, сейчас куча неразобранных фото и вот эти вот эмоции, и когда ложишься вечером спать, ты закрываешь глаза, у тебя такие вот картинки, то есть там горы, море, океан, там, не знаю, нерпы, медведи, люди, то есть вот оно такое вспышками. Я не знаю, как это долго сейчас еще будет, но, может быть, сейчас речь домой, там, обычная жизнь, но вот очень хочется сохранить подольше вот это ощущение на какой-то радости и восторга. Ну и на самом деле очень хочется сюда еще вернуться, и вернуться не раз, потому что Камчатка, она невероятная. Это вот это чудесное место, и ну, здесь очень здорово, и я завидую вам, что вы это видите каждый день. Скажите, вот вы такая хрупкая, такая женственная, вам было трудно? Я скажу, что когда мы поднимались на вулкан, вот на Авачинский, было трудно, но не было невыносимо. То есть, я дома бегаю, я хожу в зал, то есть мне очень нравятся эти активности. Ну, да, может быть, уже на самом верху это было что-то из последних сил, но вполне можно, вполне реально, но все зависит от гидов, и если с вами идет гид, который видит и понимает и оценивает вас, он ведет вас в вашем темпе, и вы обязательно достигнете ваших целей. То есть он узнает вашу цель, да, если понимает, что вы хотите туда, вот, то вы обязательно там будете, может быть, чуть позже, чуть раньше, медленнее, но цель будет достигнута и реализована. Вам приятно было путешествовать в нашей компании, с нашей командой, с нашей Камчаткой. Да, это было очень здорово. И в процессе наших путешествий мы общались с другими еще отдыхающими, как у них был организован отдых, как у них гиды, куда они ездили, что они видели. И мы на самом деле сделали вывод, что Камчатка Ленд – это очень крутая туристическая фирма. И что на самом деле все сделано с душой, все продумано, все очень организовано. И жилье, и туры. И в начале как-то мы еще возмущались, что как можно дать Авачинский, а потом опять Мутновский, мы устали, мы не можем идти. Но вот уже сегодня, ну или даже вчера вечером, мы поняли, что очередность идеальная. Потому что если было бы иначе как-то, то силы заканчивались раньше, чем бы мы куда-то доходили. И вот это очень здорово. То есть вы на самом деле заботитесь о туристах и хотите, чтобы впечатления были максимальные. И на самом деле они такие есть. И спасибо вам огромное за это.